Народ, всем привет! В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать, как можно из одной из самых дешевых, самых бюджетных аппаратур для радиоуправляемых моделей, а конкретно FlySky FS-A6, выдавить очень-очень-очень интересные способности и возможности. Сегодня я хочу конкретно рассказать, как увеличить ее дальность действия. Причем дальность действия увеличить, ну, достаточно серьезно. Причем это не слова, это проверено на личном опыте. Изначально эта аппаратура выглядит немножко не так. У нее нет внешних антенн. Выглядит она из коробки. Вот так вот. Этих штук, конечно же, нету. Это уже самоделка. Про это и будет рассказ. И ловит она примерно... Ну, в чистом поле, не будем там на улице среди домов рассуждать, потому что везде по-разному бывают помехи. Ловит она в стоковом состоянии, в чистом поле, на 2-3 километра точно она пробивала у меня. Бывало чуть меньше, там в районе 2 километров. Ну, возьмем среднее, 2 километра. Но, высмотрев в интернете такую тему, как антенна-мод, я попробовал его сделать, получилось, все очень просто. И очень-очень сильно увеличилась дальность действия. Лично я улетал на этой аппаратуре примерно на 6 километров в чистом поле. 5,5 точно брали. Даже сделаю вставочку из видео, на котором будет показано расстояние. Ну, а теперь расскажу, в чем суть. У этой аппаратуры изначально внутри стоят вот такие вот антенки. Мы их оттуда и подоставали, в общем-то. То есть это родные. Такая вот небольшая штучка с коннектором. Все на коннекторах. Они, слава богу, не припаяны. Что очень сильно облегчает весь процесс так называемой модернизации. Одна антенна стоит вот так вот в ручке. Вторая антенна стоит вот так вот в ручке. То есть они друг к другу, две антенны, расположены под углом в 90 градусов. Но, как видите, здесь схема применена абсолютно другая. Значит, что нам нужно сделать, чтобы сделать двойной антенный мод? Мы покупаем на Алиэкспрессе две антенки. Ну, конкретно эти на 2,4 на 5 дБ обычные антенны для модема. К ним покупаем обязательно сразу комплектные такие вот переходнички. От переходничка идет точно такой же провод. И провод заканчивается вот таким вот маленьким гнездом. Ссылку на Алик, откуда я их покупал, я, конечно же, оставлю. Вот как выглядит сам коннектор гнездышка. Может, и будет видно на видео. Вот как выглядит сам коннектор. Само гнездышко, которое втыкается непосредственно в аппаратуру. И фактически сам процесс. Что нам нужно, чтобы улучшить нашу аппаратуру? Нужен нам, как я уже говорил, две купленные антенны, два купленных таких вот гнезда уже со своими гайками и переходничками, крестовая отвертка и никакой пайки. Значит, разбираем аппаратуру. И что мы видим? Вот наши два гнезда. Они здесь посажены на термосопле. Вот от них идут проводочки. Раз коннектор. Два коннектор. Фактически мы просто достаем
старые антенны. Одна стояла здесь в ручке, вторая вот так вот стояла в ручке. Отключаем их от родных мест коннекторами. Подключаем наши переходнички своими коннекторами. В дальнейшем при использовании вешаем две антенны. И очень сильно улучшаем качество сигнала нашей аппаратуры. Проверено. Вот как-то так. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, было полезно. Всем пока!